Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня погодные условия, видимо, дают о себе знать. По моим наблюдениям, сегодня самое меньшее количество людей на Opera Night. Но на самом деле вас немало, и я очень благодарен, что вы пришли. И, как обычно, Opera Night имеет свои сюрпризы, приятности маленькие. И, как обычно, каждый раз новые голоса. Я хочу представить первым номером замечательный брас-квинтет, студенты Гнесинской академии музыки. Я представлю Максим Макушев, а Максим уже представит всех остальных своих друзей. Квинтет замечательный. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы рады приветствовать вас. Для вас играет ансамбль New Life Brass. И, собственно, не будем много разговаривать, а лучше мы скажем все музыкой. Thank you.
Видимо, после такой реакции у нас прямо хочется отдельно пригласить этот замечательный квинтет. Поддержим? Есть. Поэтому для того, чтобы утихомирить вас, немножко успокоить. Ох, сейчас что будет. Помните, была замечательная девушка, кошечка в мешке, Элина Радиани. Да? Аплодисменты. Но меня всегда радует, когда кот в мешке появляется на проекте Opera Night. Замечательная Элина Радиани исполнит сумасшедшую арию Лиу из оперы Турандот Пуччини. И Петр Аполлонов, он к нам вернулся. Петя, представляешь, как ты по тебе скучаешь? А ты не хотел.
самом деле, я думаю, что у Пети был творческий отпуск. Элина, мы рады тебя видеть и надеемся, что ты будешь у нас появляться. И Петр Аполлон. Друзья, я хочу напомнить, на самом деле это мой фол. Просто наверняка есть новые люди, которые не слышали. Я в последнее время это объявление даю. Я прошу убедительно, и если возможно, во время исполнения не курить. Opera Night – уникальный проект, аналогов в России не существует, никогда в России такого не было. Поэтому я вас очень прошу, если возможно, воздержитесь, пожалуйста, от курения во время исполнения, у вас будет перерыв и будет эта возможность. Спасибо за понимание. Я представляю следующий номер, мечта, которую я начинаю осуществлять с помощью друзей Opera Night, которые присоединяется. Я хочу представить двух замечательных девушек, которые работают в театре Покровского, солистка театра Покровского и концертмейстер театра Покровского Татьяна Иванцова и Мария Патрушева. Лауреаты международных конкурсов, и они исполнят романсы, которые, в общем-то, не так часто их исполняют, но не так часто. А на самом деле музыка замечательная. И исполнят они романсы Метнера. Только в каком порядке, я не помню. Какие? Сейчас какие? Мечтатели. Мечтатели и Серенады. Мария Патрушева и Татьяна Иванцова. Да. Yeah.
Браво. Мария Патрушева и Татьяна Иванцова. Татьяна Иванцова бежит за нотами. Скоро будем устраивать еще конкурс, кто балетный трюк сделает хорошо на сцене. Был конкурс смеха. Татьяна Иванцова. Романсы, замечательные романсы Метнера. Спасибо. Добро. Браво. Да, действительно, браво. Потрясающе. Можно выйти еще раз на платформу. Да. Мария Патрушева, Татьяна Иванцова. Театр Покровского, лауреаты международных конкурсов. Спасибо! Друзья, объявляется перерыв. Продолжаем второй сет. Точнее, не продолжаем, начинаем второй сет. И я вновь приглашаю на сцену замечательный брас-квинтет Максим Макушев и его команда. Ребят, простите, пожалуйста, не успел запомнить, как вас всех зовут и как ваш ансамбль называется, но Максим Макушев сейчас все представит. Пожалуйста. Ага, понятно. Thank you.
Ансамбль наш называется New Life Brass. Мы все выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных. И еще раз хочу представить музыкантов. Рим Кутлучурин, труба. Владимир Мезенцев. И в руках у него бал корна. Рамиль Ахматуллин, тромбон. Максим Штода, труба. Я Максим Макушев, туба. Ансамбль New Life Brass. Наконец-то запомнил. Максим сейчас все будет. Потому что если не рассказать про это произведение, можно многое не понять. Сейчас мы исполним для вас произведение, которое называется «Tuba Tiger Rex», либо по-русски «Охота на тигра». Сразу расскажу, что в серединке будут петь наши три тенора. Это Рим Кутлучурин. Вы слышали, да, три тенора? Я думаю, что все знают. Рим Кутлучурин, Максим Штода и Владимир Мезенцев. Не все знают, что они умеют играть на трубах и на валторне, но петь они умеют. А я буду изображать тигра.
Но они еще мало того, что не три тенора, они еще у нас охотники. Я думаю, такая вот получается драма, мелодрама, мыльная опера. Мы сейчас ее покажем вам. Туба Тайгер Рэк. New Life Press. Thank you.
Тихо. You like brass. Максим, я очень надеюсь, что мы вас еще здесь увидим. И я знаю, что у вас есть сайт, и там можно, наверное, послушать вашу музыку, да? Расскажи, пожалуйста. Спасибо большое, нам очень приятно. Мы, если честно, очень редко выступаем в таких заведениях, как джаз-клуб, и считаем себя больше классическими музыкантами, но мы также очень любим играть джаз, эстрадную музыку, и нам доставляет это не меньше удовольствия, чем классическая музыка. И очень приятно, и спасибо большое всем, кто пришел сегодня сюда. Мы занимаемся своим делом профессионально, и у нас есть, конечно же, сайт newlifebrass.com. И у нас есть страничка в социальных сетях, как на Фейсбуке New Life Brass, так и ВКонтакте New Life Brass. Нас легко можно найти, с нами можно легко подружиться. Мы всегда идем на контакт, особенно с людьми, которые любят музыку, потому что мы этим занимаемся всей душой и со всей ответственностью подходим к музыке. Спасибо большое, и мы рады сегодня играть здесь для вас. И, к сожалению, мы бы остались и поиграли еще немножко, но у нас сейчас сложный график, подготовка к конкурсу, нам нужно уже вставать в 6 утра. И в заключение мы сыграем для вас замечательную композицию, которая не перестает, вот мы думали сегодня играть, не играть. Ну как можно ее не играть? Патин, он the Ritz. Будете играть. Здорово. Спасибо вам. New Life Brass.
Браво! И, естественно, надо контраст делать. Без этого никак. Я приглашаю на сцену Петр Аполлонов и мой замечательный друг, которого я не видел лет 5, Цянь Шанжу, который замечательно говорит на русском, замечательный баритон, лауреат международных конкурсов. И споют они очень серьезную музыку из оперы Отелло Верди «Монолог Яго». Oh!
Цзянь Шанжун и Петр Аполлонов. Монолог Яго. Друзья, сегодня решили сделать два сета. Цзянь Шанжун и Петр Аполлонов исполнят куплеты Тореадора Жорж Бизе Кармен. Жюри Петр Аполлонов, куплеты Тореадора, Жорж Бизе Кармен. Сян-Жан-Жун, Петр Аполлонов. Когда, вообще, когда долго хлопать, надо выходить еще раз на сцену. Да. Хлопают, выходим.
Сянь-Сянь-Джонь и Петр Аполлонов. Петя, я так рад тебя видеть, что ты вновь здесь. Последний... Первый опыт я пою после полночи. Ты привыкаешь. Сянь-Джонь, я тебе скажу, что сегодня тебе повезло, потому что обычно Баранайт заканчивает часа в 2-3. Бывает иногда в 3:30. Вот у нас новые тоже артистки, вы не пугайтесь, такое бывает. Бывает? Есть тут завсегдатые, которые знают это. Бывает. Да, Дмитрий, бывает? Все бывает. Замечательно. Я хочу вновь пригласить на сцену двух замечательных девушек. Мария Патрушева, Татьяна Иванцова. И снова будет Николай Мэтлер, два романса. «Бессонница» и «Зимний вечер» на стихи Пушкина. Мария Патрушева, Татьяна Иванцова. Thank you.
Мария Пагрушева, Татьяна Иванцова. Нет-нет, бессонница. Сейчас зимний вечер, да? Патрушева, Татьяна Иванцова. Браво. И традиционный... Не уходим, не уходим. А вы аплодируйте. Петр Аполлонов. Шажун Сянь. Да-да, это традиция, которую надо поддерживать. Замечательный брас-квинтет, который ушел... во главе с Элиной Артиани, которая ушла, Татьяна Иванцова, Мария Патрушева, Петр Аполлонов, Шажун Сянь, Елена Цветкова. Сегодня для вас Opera Night. Каждый раз новые голоса появляются. Замечательно. Спасибо большое. Надеюсь, до встречи, и мы еще раз вас увидим здесь. И надеюсь, что вам тоже понравилось. Спасибо. Opera Night номер 11.